Всем привет и добро пожаловать на новый эпизод YouTube канала Рыбак Марик. Ребята, мы сегодня отправляемся на Дунай. Там я буду встретиться с другом, и мы будем рыбачить на фидер и на стандартной удочке на дну. Будем попробовать поймать леша, усача, там карп тоже есть разные, так разные белые рыбы. И в принципе в Дунае можно все, там можно поймать разные рыбы. Увидим. Сервус, алло. Сервус. Wie geht's? Gut. Passt es. Wie war's gestern? Ja, weil, gut, also es waren die Biss, also die Bissfrequenz war recht hoch, also es hat recht passt. Wie viele verschiedene Fischarten hast du gefangen? Zwei, aber also Praxen und Aaland. Okay. Oder Erfling halt. Und ja, habe erstmal also Barben oder Karpfen rausgekommen. Ja. Sag lieber, Fried, Rot, wie ist es dann? Вот тут мы будем рыбачить. Это такой рукав реки, рукав Дуная. Там налево есть маленький портик, а здесь есть такое озеро, которое, где вода из Дуная пройдет здесь, потом такое озеро, и она обратно течет в Дунай. Значит, у нас есть такой рукав здесь, течение главное вот здесь находится Дуная, а мы будем вот в этом рукаве рыбачить. Здесь течение поменьше, но рыбы много. Вот там друг у меня, он уже гуляет, носит все на 16, и сейчас будем рыбачить здесь. Бегать, в принципе, интересно. Так, ребят, сейчас скажу пару слов по снасти. Вот у меня фидер 360 длина, это heavy фидер, там, по-моему, 150 граммов. Вот, в принципе, стандартная там проводка, кормушка 60 грамм и удица, нет, простите, крючок, это называется правильно, размер 6. А вот здесь одна такое на дну, удочка для карпа, потому что карпа здесь есть, и усач тоже, там тоже, также кормушка, проводка, но удица размер 4. Ловить будем на кукурузу, на... Вот это корма у нас. У нас несколько корми и попробуем. Вот здесь место такое красивое, видите, напротив, но там пляж. Смотрите, там церковь на другом берегу и лодки у нас. Ich glaube nicht. Nein. Schade. Das war ein Biss, aber... Ja. Kann man Kescher? Na.
Okay, nimmst mich auf kurz mit der? Ja. Warte. Ну ладно, ребята, поймал плотву, в принципе, неплохая, вроде хорошая. Отпускаем. Где, фиш. Сейчас, да. А, мы тут фиш плывут, мы тут фиш. Nein. Der hat gezogen. Aber der Biss zeigt gerade nicht gleich, oder? Nein. Suka. Ja, das sind so einfach die Fische, ne? Schon. Da rennt schon. Ja, voll. Na, так. Что сказать, у нас было несколько поклевки. Пока только поймали одну плотву, сантиметров 20, может чуть побольше. В принципе, вообще неплохая. Ветер сильный. Так, погода, можем сказать, что не очень хорошая. Но ждем. У нас осталось еще так час минимально, может быть полтора. И сейчас самое хорошее время, в принципе. Увидим. Aber es ist eine gute. Oder ist das? Das ist ein Ding, ein Barbe. Ein kleiner. Ein Karpfen? Ja. Вот, ребята, карп из Дуная, блин. Der nimmt auf. Sehr gut. Haben wir alles aufgenommen? Passt. Krassava. Ну вот, килограмм полтора, наверное, точно. Петр, данк. Rotdog ist Roach, oder? Ja.
Ну так, ребята, в принципе, день был неплохой. У нас было много поклевок, много поклевки, но, к сожалению, поймали только 3 рыбы, 2 плотвы, каждый из нас по одну плотву. И я поймал неплохого карпа, там 1,5 килограмма, наверное. Но я не знаю, я достаточно редко поймаю карпа. Если вы знаете, сколько, какой там вес был, напишите в комментарии, и я буду рад прочитать. А вот и все. Да, одно еще, да. Через 2 дня мы еще один раз пойдем на рыбалку. Этот раз только на карпа и на леша. И я надеюсь, что там будет чуть-чуть получше. И, ну, все. Тогда, ребята, давайте. Я надеюсь, что вам понравилось сегодня с нами, и увидимся в следующий раз. Пока! We know.